дорогие друзья! Мы искренне рады приветствовать вас сегодня в концертном зале Северодонецкого колледжа культуры и искусств имени Сергея Прокофьева. Ваши аплодисменты, ваши крики «Браво!» нашим юным музыкантам, которые только что открыли наш концерт. Это был хор трубачей из детской музыкальной школы номер 2, художественный руководитель, талантливый музыкант и педагог, человек, который буквально штампует таланты, штампует лауреатов международных конкурсов. Юрий Головин, ваши аплодисменты. Ну что, дорогие друзья, как говорится, в жизни всегда есть место празднику. Нужно только уметь в это место попасть. Поскольку человеку свойственно возвращаться в те места, где он когда-то оставил частичку своей души, то, наверное, поэтому мы сегодня здесь, вместе с вами. Когда-то известный восточный писатель и философ Осho сказал: «Делайте только то, что делает счастливыми вас». Мы готовы сегодня сделать счастливыми вас, потому что это делает счастливыми нас. Итак, с праздником вас, дорогие друзья! В преддверии весны, буквально завтра, весна, долгожданная весна, в преддверии ее, в преддверии всех праздников, которые нас ожидают, мы пригласили вас на концерт отдела духовых и ударных инструментов. И сегодня, как впрочем и всегда, наш концерт будет состоять из двух частей. Музыканты будут радовать вас настоящей, живой музыкой. Музыкой, которая распространяет необыкновенные вибрации и дарит нам необыкновенное чувство гармонии. То чувство, которого нам в последнее время так не хватает. И, наверное, поэтому мы притягиваемся друг к другу. Наверное, поэтому мы наполняем концертные залы на филармонические концерты, на концерты нашего колледжа. И радуемся, радуемся и радуемся. И поем гимн Ее Величеству музыки. Во второй части нашего концерта для вас будет играть духовой оркестр, один из самых любимых наших коллективов, под управлением Александра Погорелова. А в первой части у вас будет возможность познакомиться с лучшими образцами классической, современной, популярной, эстрадной музыки. Вы знаете, что мы всегда приветствуем желание музыкантов поделиться с вами самыми разными музыкальными произведениями разных стилей, жанров и направлений. Начнем мы, конечно же, с классики. Я скажу вот о чем. Слушая классическую музыку, наверное, каждый из вас испытывал такие чувства. В ней как будто эхом отдаются судьбы тех людей, которые ее создавали, то есть композиторов, авторов. Судьбы тех людей, которые ее исполняют. Музыканты, инструменталисты, вокалисты, люди, живущие в разных городах, в разных странах, на разных континентах. И музыка объединяет всех нас в единый круг друзей. Феноменом классической музыки и классического музыканта-композитора, конечно, можно назвать Антонио Вивальди. Вы наверняка очень много знаете его произведений и любите их. И существует огромное море информации об этом композиторе. Но если говорить вкратце, то это был такой человек, кроме того, что он создал музыку нетленную, она уже несколько веков подряд радует всех нас, он мог за 5 дней сочинить 3-актную оперу, на секундочку, и создать огромное количество вариаций на заданную тему. Вот такой это был талантливый, яркий, искрометный музыкант. И сегодня произведения этого автора для вас будут играть замечательные музыканты, самое главное, на замечательных инструментах. Вы знаете, когда я присутствовала на последнем филармоническом концерте, вот при таком же аншлаге он проходил, и в антракте ко мне повернулись люди и спросили: «Наталья Федоровна, а что это за инструмент, что это за такая труба, в которую кладут руку?» Это была валторна, речь шла о валторне. И вот я поняла, что, наверное, не лишним будет представить каждому из вас, возможно, кто-то знает очень хорошо инструменты, кто-то нет. Пусть каждый из вас узнает, что это совершенно изумительный инструмент, совершенно изумительным звучанием. Это редкий инструмент. В нашем колледже в последние годы он звучал очень давно. И поэтому я приглашаю встретить аплодисментами Елизавету Чубрикову и Лилию Афанасенко. Антонио Вивальди, дуэт.
Петербург забыли. Дорогие друзья, кто из вас не мечтал побывать в восточной стране? Наверняка очень многие, а многие хотя бы задумывались об этом, хотя бы однажды. Ведь, как говорят, Восток не только дело тонкое, но еще и очень волнующее, очень пленительное. О красоте восточных женщин давно слагаются легенды, впрочем, так же, как и о мужской удали и отваге. И вот обо всем этом произведение, которое вы услышите сейчас, написал его композитор Сергей Василенко, и называется оно «Восточный танец». В музыке этого произведения вы явно услышите два начала – мужское и женское, и оба они бесконечно хороши. Итак, слушайте и наслаждайтесь. Для вас играют Михаил Зинченко и Наталья Пасечник. Thank you.
совершенство молодого человека, потому что наверняка многие из вас видели его в других ипостасях в этом зале. Он выпускник школы педагогической практики по классу фортепиано. И наверняка вы видели его, когда он играл у нас на фортепиано. Затем он у нас очень часто ведет концерты. Сегодня я его не взяла своим соведущим только потому, что у него очень ответственный был сегодня дебют. Он впервые играл на большой сцене на таком серьезном инструменте. Так что еще больше похвал. А наш концерт продолжают прекрасные музыканты Милена Заика и Елена Бондаренко. Тартакишвили, соната. Встречайте.
Пожалуйста. Дорогие друзья, я думаю, не ошибусь, если скажу, что музыка – это настоящий большой коммуникатор, соединяющий вообще все – людей, события, время. Когда звучит бессмертная «Ава Мария», в каком бы исполнении она ни звучала, в вокальном ли, в инструментальном, всегда кажется, что музыка будто бы говорит с нами на своем языке. Но слава Богу, музыка – это язык интернациональный, язык, который не требует перевода. На нем душа говорит с душой. Именно такой разговор вам представят сегодня наши музыканты. Встречайте Юрий Герец и Алексей Жур. Йоганн Себастьян Бах, Ава Мария. Концертмейстер Анна Николаева. Thank you.
Ваша гостиница Владислава Мазникова и Анна Николаевна. Дорогие друзья, ну вы, наверное, уже поняли, что мы постепенно переходим к эстрадной, популярной программе. Таким образом, мы пытаемся удовлетворить все вкусы всех наших слушателей. Сейчас для вас прозвучит очень известная и популярная эстрадная композиция Пола Дезмонда «Take 5». Кто знает, что это означает в переводе? Кто-то знает? Да, говорят, держи 5, а музыканты говорят, поиграем на 5. Композиция написана, как я уже сказала, Полом Дезмондом, известна во всем мире, имеет очень много аранжировок, очень разных исполнителей, но впервые была записана в 60-е годы прошлого столетия квартетом Дэйва Брубека. Вот. Ну, а сегодня наши музыканты подготовили для вас эту композицию. И исполнена она будет Никитой Зубишиным, ваши аплодисменты, Алексей Борисов, ударные. Илья Витальевна, ударные. Александр Погорелый и Наталья Пасечкина. Дождя. А вы слышите ее?
Скептики скажут, что все это романтические бредни. А такие же романтики, как и мы, скажут, да, слышим, но только, к сожалению, нам не всегда хватает времени для того, чтобы насладиться этой музыкой природы, этим совершенно необыкновенным природным оркестром, который дарит нам необыкновенные вибрации, которые излечивают нас от тоски и депрессии, которые внушают нам радость и оптимизм. И сейчас, дорогие друзья, вот такую радость и оптимизм, я уверена, вы испытаете, услышав следующий номер из нашей программы. Он называется «Веселые ребята». Барабаны, маримба, ксилофон, вибрафон, литавры, треугольник, колокола, вот не полный перечень, на чем будут играть наши музыканты-ударники. Ваши аплодисменты.
замечательную программу продолжает наш теперь уже коллега, член Межрегионального союза писателей Украины Наталья Кулакова. Встречайте. Добрый вечер, дорогие друзья. Я хочу предварить следующее выступление небольшим таким рассказом. У каждого творческого коллектива есть, как вы знаете, своя история. Это и будни, и репетиции, обычные концерты, выездные концерты, концерты, которые они иногда дают на огромных мероприятиях, городских, областных. И вот я хочу рассказать вам одну историю, и я уверена, что свидетелями этой истории были некоторые из вас. И что самое главное, герои этой истории все настоящие, реальные. Они сегодня работают на этой сцене и дают для вас концерт. Итак, майский день, площадь мира, праздничный концерт. День был солнечным, светлым, душевным, сквозил настроением. Ароматом сирени был воздух слегка напоен, и оркестр духовой зажигательно, ярко, напевно наполнял нашу жизнь лучшей музыкой разных времен. Музыканты играли блистательно и вдохновенно. Лица зрителей счастьем и радостью были полны, и огромная площадь казалось просторной сценой, на которой эмоции каждого были видны. Молодой дирижер, он талантлив, упрям и отчаян. Он в работе был смелым, такого в разведку возьмешь. Вдруг надвинулись тучи, и капли свой ритм застучали. Захотел подшутить над оркестром назойливый дождь. Можно было легко оборвать выступление на ноте, зачехлить инструменты, с дождем не устраивать спор. Но судьба музыканта, призвание его и работа превращать наши жизни в роскошно звенящий мажор. Дождь накрапывал хлестко, он тоже настроен мажорно. Но упрямились зрители. Тучи пройдут, переждем. И сказала ведущая, глядя в глаза дирижеру, есть идея, рискнем? Он ответил, волнуясь, рискнем. Дождь струился по нотам и так досаждал оркестрантам. Улыбнулась ведущая. Будем спасаться, шутя. Вы хотите, народ, чтобы играли еще музыканты? Становитесь в оркестр и прикройте его от дождя. Дирижер понимал, что оркестр увеличился вдвое, что не все музыканты увидят движение рук, но цвели над оркестром зонты акварелью цветною, и сердца оркестрантов рождали волнующий звук. Дождь устал, прекратился, повержен на дерзкой дуэли. Солнце громко смеялось, таких на испуг не возьмешь. Это долг музыканта, играя, идти к своей цели, чтоб тобой восхитился и преданный зритель, и дождь. Разливалась над площадью музыка радостным эхом, уносилась в пространство и тучи пронзала собой. Это было событием, яркой пронзительной вехой, как под ливнем играл на планете оркестр духовой. Северодонецкого колледжа культуры и искусств имени Сергея Прокофьева. На сцену приглашается художественный руководитель
и дирижер оркестра Александр Погорелый. Оркестра, его золотым фондом. Девизом Александра Погорелого, художественного руководителя и дирижера оркестра, а также музыканта духового оркестра, есть уважать традиции и не останавливаться на достигнутом. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Продолжаем праздничную программу концерта произведения Луиджи Чезауа «Open Air».
большой поклон. Спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо. Вы видите, коллектив каждый год играет новую программу. Это очень сложно, но им все удается. Молодцы, ребята. Дорогие друзья, а сейчас в преддверии следующего номера я хотела бы вот о чем сказать. У каждого из нас здесь с вами присутствующих есть у большинства, у многих были самые близкие люди. Люди, приведшие детей, наших студентов когда-то, музыкальные школы. Люди, которые захотели, чтобы их дети продолжили свой путь в жизни музыки, в жизни искусства. Это наши с вами родители, это наши путеводные звездочки. Сегодня в нашем зале присутствуют люди, которые приехали очень и очень издалека, для того, чтобы посмотреть на состоявшегося своего дорогого сына Александра Погорелова. Ваши аплодисменты родителям! Я прошу вас подняться, уважаемые наши гости, пусть вам поаплодируют. Не стесняйтесь. Мама и папа Александра Дмитриевича Погорелова приехали к нам в Изюмани для того, чтобы насладиться плодами своего труда и воспитания. А от нас всех вам. Спасибо большое, дорогие друзья. Следующий номер в нашей программе прозвучит песня «Каравельца» на слова Демиденко «Батьківський поріг». Соліст Олександр Полстянкин.
духовой оркестр под управлением Александра Самойлова. Программу продолжает произведение Арама Хачатуряна «Шуточная» из музыки комедии «Валентианская вдова». Прозвучит для вас в исполнении оркестра «Серенада».
одна из самых волнующих мыслей, хотел сказать, мгновение, одно из самых волнующих мгновений этого концерта, когда, наверное, нам пора с вами поближе познакомиться с каждым из музыкантов. Итак, начнем с дальних рядов. Группа ударных инструментов. Под ваши оглушительные аплодисменты. Кулюков Владислав, Волгин София, Якинский Ярослав, Виталий Илья. Козлов Александр, Чернышов Александр. Перенюк Владимир, Шарыгин Анатолий. Самый маленький инструмент большого. Трубы, Брынза Валерий, Голубев Вадим, Герец Юрий, Головин Юрий, Жур Дмит, Жур Алексей. Трамбоны. Быкун Сергей, Тимощук Сергей. Алтоны. Березна Михаил, Нога Римма, Погорелая Анна. Флейты. Зарика Милена, Титаренко Сергей, Князь Стефана, Бурского Ольга. Саксофон. Маржикова Влада. Кларнеты, Блудов Денис, Кикавы, Бородин Владислав, Зинченко Михаил, Прописка Ярослав, Игобой Мариняк Михаил и Чуприков Елизавета. Очень много отдохнуть, а мы поаплодируем. Много сюрпризов, много разных интересных музыки. Ну что, дорогие друзья, а мы продолжаем нашу программу, она постепенно подходит к концу. И вновь на сцену приглашается наш любимец Александр Полстянкин и не менее любимый нами человек Александр Погорелый. Андрухов, погадай мне цыганка. Oh,
Семья нашего музыкального учебного заведения, она длится достаточно давно. Если вы слышали фамилии студентов, которые я называла, рядом сидят отцы и дети, и все вместе занимаются музыкой. Для нас это огромная радость. Радость в том, что мы не заканчиваемся, не заканчивается наша педагогическая деятельность, не заканчивается наше искусство, и мы хотим, чтобы так было всегда, чтобы классическая музыка торжествовала, а рядом с ней было много-много-много разной, совершенно роскошной, шикарной музыки, которая радовала бы всех вас. Наше учебное заведение выпускает студентов и дает разные квалификации. Первая квалификация — мы выпускаем преподавателей детских музыкальных школ. Также это будут артисты ансамблей, артисты оркестров, концертмейстеры и еще дирижеры. И сегодня еще один дебют на этой сцене. Для вас дирижирует студент 4-го курса Юрий Герец. Ваши аплодисменты. Михаил Дедяшев, фантазия на телеграмме песен и невидимый экран. Thank you.
Северодонецкого